И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Perfect World — это популярнейшая бесплатная MMORPG. Тебя ждут огромные предложения мил, которые чешут тебя, хардкорная PvP, увлекательная PvL и мощную шашайную систему. Создай своего персонажа и начинай играть. Ссылку я оставил в описании. Взлети на собственных крыльях. Всем привет, с вами снова я, Бак Фалкон, и сегодня мы бой, который пройдет 11 сентября, а именно вышедший поединок между Дэвидом Хэем и Джо Фурнье. Шанс уже говорит 80-20 против Хэя, и я думаю, он одержит победу на каутом 4-м раунде. Если бой будет реальным, так, они будут 28 раундов по 2 минуты, но что я поставил 8 раундов по 2 минуты. Но для того, что оно будет пока как 3 минуты. Что ж, пишите в комментариях свое мнение, кто по вашему мнению победит и каким методом. Ну и подтвердишь, пошел вперед этот ролик лайком или дизлайком, выложить свое мнение по бою в комментариях и подпишись на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм, и по желанию можете на канал донат, все ссылки в описании. Изначально этот бой должен был быть невысрочным, но комиссия его не санкционировала. И на всякий случай он должен был быть 8 раундов по 3 минуты. Но что лезть, то лезть. И мы начинаем наш ланчлаш. И первый на рынке выходит Дэвид Хэйли Мэйли Келл Хэй. Слышит 2 боя, 28 побед, 26 из них нокаутом и 4 положения. А вот выходит и его оппонент, Джо Фурнье. 9 боев, 9 побед, все из них нокаутом и ни одного положения. Но оппозиция Фурнье была, мягко скажем, так себе. С сами уровня Хэя он и близко не встречался. Нам присваивают боксеров. Сейчас Лефига на форму большого правила, и мы начнем. Первый раунд, погнали. Клинч. Вдает Дэвид. Вашмен. Вдает Хэй. Фурнье отвечает. Вашмен. Да, это Джо. Неплохо. Тоже от Хэя и подключен Фурнье. Сори, Дэвид идет в атаку. Куда это Джо? Мимо. Клинч. Куда это Хэй?
Точно, Хорнли. Рашмиан. Точно, вот Дэвид. Отвечает Хорнли. Рашмиан. Первый он завершён, и он же Хейн. 10-9, Дэвид пока что впереди. И у нас раунд номер два. Рашмиан. Выдает Хорнли. Хей отвечает. Неплохо. Рашмиан. Апперкот. Мимо. Апперкот от Дежо. Мимо. Хей точен. Рашмиан. Вдает Хей. Неплохо сейчас попадает Дэвид. Хорнли отвечает. Точен Хей. Хорошо, и второй раунд. Также же Хей. 2-18, Дэвид пока что ведет. Счете. И у нас раунд номер 3. Прайд Дэвид. Хорнли отвечает. Неплохо. Мимо. Точен Хей. Хорнли отвечает. Неплохо. Ну, выдает Хей. Рашмиан. Кен Линч. Апперкот от Джо. Хей отвечает.
Мимо. Точно, Джо. Рушмен. Неплохо. Мимо. Last 10 seconds of round number 3. И тут это раунд. Ну, все-таки, ну, можно сказать, уже фаворит 29-28, хей, впереди. Ну, пока что делается достаточно неплохо. И он совершил точно такой счет, как и у меня, а у нас вал номер 4. Вашмен. Хэй идет в атаку. Попадает Джо. Неплохо отвечает Хэй. Кэлинч. Вашмен. Апперкот. Точно, Джо. Хэй отвечает. Вашмен. Точно, Джо. Неплохо. Опять же попадает в фаворите. Мимо. Рушмен. Апперкот. Удает Хэй. Ну и четвертого также Джо. После первого боя счет у нас ничейный 38-38. И посмотрим, что же будет дальше. These guys are not behaving like guys that are coming here thinking about going to the scorecard. They're letting everything go in every punch. But you're not winning. So we have to throw more to this guy. We can pull it ahead. We gotta fight. We gotta keep going. You got it? You gotta do it. Come on. И у нас раунд номер 5. Мимо. Да, Джо. Хэй отвечает. Мимо. Удает по вне. Left to the body.
Флешмен. Снова точен джо. Попадает Хэй и подключен Фуэнли. Вот это бой. Клинчует Джо. Мимо. Снова попадает Хэй. И не сварка сейчас приходит, что Джо Фуэнли. Мимо. И пятого он Хэй забивает себе в копилку. Все равно, что шелок 8, шелок 7 в его пользу. И у нас вал номер 6. Попадает Хэй. Мимо. А походу Джо. Кота. Да, Хэй. Дэвид Хейс putting a smile on his corner man's face right there. Флешмен. Точен Дэвид. Флешмен. Мимо. Да, Хэй. Фуэнли отвечает. И что вам за Хэй? Сезон 58-56 в его пользу. Но видимо же, как же устал Дэвид. И у нас вау номер 7. Куда я отправляю? Точен Джо. Карлин. Мимо.
Это уход. Дает Фурнлия. Снова точно держу. Вдает Фурнлия, причем Хей. И у нас первый нокдаун. Вот это да. Хей в нокдауне. Смотрим повтор. Хей поднимается и бой продолжает. Клинчует Дэвид. Тоже там от Фурнли и второй нокдаун. Подловился аж джо Дэвида. И Хей снова падает. Похоже, у нас будет апшет. Пытается Дэвид подняться. И ему это удается. Дэвид закатывает ему там Дэвид. Дает джо. И третий нокдаун. Фурнли делает все, что захочет. Видно, как тяжело Хэю. Но он снова встает и бой продолжает. Он понял, что после третьего нокдауна. Вот это да. Ну тут явно вам зафурнили. И он выходит вперед. Счет 66. 65 позже джо Фурнли. Вперед заключительному раунду. Он же живет счет 8-67-63. Погоди, трясет 66-64. Трилер иногда оно было. В общем, то есть счет 66-64 позже в Фурнли. Попадает джо, снова причем Дэвид. И снова падает Хей. Фурнли доминирует схватку. Вот и все, бой окончен. Победу нокаутом в 8 раунде одерживает джо Фурнли.
Уже финишер был 67-63 хуже Джо Хёрда. Первый, второй и пятый раунд. Давайте обратимся к статистике. Хэй попал 221 удар из 525 выброшенных. Формуле же 176 из 364. У Хэй 124 из 354 в голову. 98 из 171 в корпус. У его оппонента 72 из 149 в голову. И 104 из 214 в корпус. По раундам. Первый 28-21. Второй 34-25. Третий 37-28. Четвертый 31-27. Пятый 34-20. Шестой 37-26. Седьмой 18-22 по нокдаунам 0-3. И заключительный 37 по нокдаунам 0-1. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот бой. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!